Каждый год чемпионат Харьковской области, чемпионат города Харькова и много других соревнований. Зарегистрировалось около 60 человек. Приехали участники из других городов: Днепропетровска, Киева, Курахова, Северодонецка, ну и, конечно, харьковчане. Две группы: группа любителей и группа профессионалов. И основной зачет. То есть любители награждаются перед финалом. В финал попадает 6 женщин, 6 мужчин. Потом они награждаются в группе профессионалы. Сегодня представлены 26 маршрутов. Они разной категории сложности, рассчитаны на разный уровень участников. От начинающих до профессионалов. Участвуют как и профессионалы, так и начинающие. Поэтому так много трасс, и они разного характера и разного уровня. Участники оцениваются по количеству трасс, которые они смогли залезть. То есть там промежуточные трассы, это все фиксируется в карте ихней. И в конце будут подсчитаны результаты и выявлен победитель. Были очень интересные трассы, 26 болдерингов, которые нужно преодолеть максимальное количество. Я прошла 23. Несколько самых сложных не удалось пройти. Болдеринги очень понравились. Мы пригласили специального подготовщика из Киева. То есть он накрутил достаточно техничные, интересные трассы, где нужно хорошо поработать, где нужно обладать высоким мастерством, чтобы лезть в тяжелые трассы. Сложностей больших не было, наоборот, было интересно побороться за тяжелые трассы, поработать, использовать свои технические приемы. Довольно хорошие трассы, почти как на Украине. Тут нету таких людей, скорее всего, которые все пролезли. Хотя есть такие, которые высокие, пролазят все. Но тоже им неудобно складываться и так далее. Многие дети лазят по заброшкам. Это очень опасно. Это то же самое, только со страховкой. И это вообще не опасно. То есть как бы это то же самое, интересно. Лучше, я считаю, заниматься скалолазанием, чем смотреть телевизор.